Понимаешь? Да. Церковь снимай, да? Да. Держи двумя руками. Окей. Не, старайся не трясти телефончик. Церковь снимай. Вот, мы, в общем, съездили, поставили механическую защиту машину. Теперь автомобиль у нас в полной безопасности. Ой. Едем по центральной части Москвы. Маша снимает видео. Да. Да, Москва, конечно, все равно, как ни крути, красивый город. Очень красиво. Мне нравится. Где мы едем, не знаю. Улица Бауска. Улица Бауска? Сейчас не знаю, но было. Спартаковская. У меня написано. Улица Спартаковская. Я снял. Кушать хочется, капец. Фига себе, скорее зеленая машина какая-то. Там бирюзовая, там это. Ты снимаешь? Да, ты снимаю. Панель снимаешь или что? Я все снимаю. Снимай так, чтобы видно было окно вот здесь обзор, а не вот панели. Да, поздравляю тебя. Я чем могу тебе помочь? Чем я могу тебе, Саша, помочь, скажи мне? Вот везу тебя домой, чтобы бывали, тебя накормила чем? Супчиком. Супчиком. Нет, нет, какой супчик? Ты же хотела бы вкуснятину там, пельмешки там. Она пиццу хотела. Быстро самый супчик. Нет, я супчик не хочу, я подождать готов. Я хочу пиццу Бауваль. Пиццу там, да. Я буду ждать пиццу Бауваль. Я хоть последний, но я все равно буду ждать. Сейчас смотри, еще одну церковь вам красивую проезжает. Она же сыр. Есть сыр. Не могу, мне руки трясутся. Ну ты, Паша, вот снимай церковь там, да? Вот когда красивые места вообще едешь, проезжаешь, ага. Какие-то соборы, ты, в общем, будешь отвечать за фотосъемку, пока сидишь на первом сиденье. Окей. Кто на первом сиденье сидит, можно снимать, вот мы если остановились, вот там снять и сбоку, и справа, и слева. Он тут снимать сбоку, правда, нечего. Я вот так вот снимаю, пап, смотри. Бывает. Да, ты главное не тряси мне камерой. Сейчас будем проезжать церковь. Я просто жду. Ну все, подряд ты не снимай. Нажми паузу пока. А, паузу. Окей. Ничего не видно. Погода опять портится. Мне кажется. Я паузу нажимаю. Проехали дальше. Закрыть вверх, нет? А? Мое. Кремль. Садовое кольцо, едем по Садовому кольцу с вами. Московское Садовое кольцо. Знаете такую улицу? Слышали? Из фильмов. Вот это она и есть, Садовая. А вы фильм снимали? Да, снимали в советское время фильмы. Да и сейчас, может быть, где-то снимают.
Что за здание справа стоит? Не знаю. Понятно, да? Какая фиолетовая Lexus, смотри, какой пошел. О! Это тоже, кстати, китайская машина, вот эта вот серенькая. В общем, едем по Садовому. По Садовому интереснее, конечно, ездить, чем по трешке. Много всего интересного, о, знаний каких-то необычных, старых, новых. Там Porsche стоит. Porsche. Ехать нам 45 минут. Саш, как себя чувствуешь? Отлично? Слева вот у нас Министерство транспорта Российской Федерации. Вот такое вот здание. И клиника эстетическая медицина реформа. Страховая компания Сугаз, реклама. На каком-то здании советской постройки, да, ну? Советская архитектура. Вот это вот уже современное здание, я смотрю, там сверху у нее балкончики есть. То есть прямо на крыше балконы получаются. Понимаешь? Видишь, да, Паша? Да. На крыше балкона. Обалдеть. Ну и сбоку там, да, везде балконы вообще. Не знаю, я не видел. А! Не знаю. Ты не успел, да, снять? Не успел. Ну так сиди это. Ну, а слева-то церковь какая церквушка. Смотри. Тоже интересная, старинная. В Москве в центре много церквушек. Что же со знанием мы с тобой проскочили? Интересно. Смотри, какая архитектура вот увеличивалась, смотри, 1954 год, вот посмотри, видишь на здание, смотри, лепка, 1954 год, это колхозник и колхозница, держит вон он себя в руках колоски, он, видимо, наверное, флаг держит, а она колоски или наоборот, вот 1954 год, этому зданию уже сколько лет получается, мам? 70 лет этому зданию. Вот этому зданию. Чуть ниже. Ну ладно. Ну, стало быть, его в 54-м году построили. 70 лет получается. Я так думаю. Тому. Да вот этому вот справа стоит. 70-летнее здание, да. А, вон. На паузе все, да? Едем дальше. Можешь вообще не выключать. А, окей. Я зачу. Давай дальше продолжим, значит. Смотри, какое здание я его снимаю, треугольное, которое. Да, вижу здание. Ой. Вот, таких зданий в Москве не одно. Но это уже современное, мне кажется, на самом деле. Какую-то, в общем, архитектуру уже переделали из старых
Значит, вот эти все дома, вот ты тоже вот она розовая, тоже 70-х, наверное, годов. Ой, 70 лет тому, да? Скорее всего. Древние, конечно, здания. 70 лет для здания. 70 лет для здания это немного? Конечно. Ну, выглядят подуставшие, конечно, они. Реставрируют. Гелик. Еще один гелик. В правую сторону управление ГИБДД по России, Россия, по городу Москва, да? Управление что-то не очень большое, это управление ГИБДД. Я думал, оно как-то должно быть побольше. Ну, может быть, это одно из управлений. Вот. Мы движемся домой, ехать нам осталось 36 минут. Едем по Садовому кольцу. Вот. Едем без пробок, хотя с правой стороны, ну, какие-то отъезды, машины немного толкаются. Ну, а у нас все по зеленой. Ну, иногда бывает по желтой. Вы знали, смотрите. Справа какое-то интересное здание опять увидели. Я не могу смотреть направо-налево, я смотрю вперед. Да, вот вы могли бы, конечно, смотреть и направо, и налево. Вот. Вдали я уже вижу Москва-Сити, очертания. Москва-Сити – это наше направление. Вот. Нужно пересечь Москва-Сити, и после этого минут 10, и мы, в общем, дома. Примерно, ну, может, 15-10, наверное, 10-15. Москва-Сити, сколько она находится. Примерно так. Едем без остановок. Хотя едем, ну, грубо говоря, по кольцевой едем. Садовое это кольцо. Вот, но не ощущаем, что мы по кольцу прям движемся. Проехали небольшой. Интересно, у меня фары горят. Вот мне интересно. Мы в туннель заехали, а фары, такое ощущение, что не горели. По моим ощущениям. По моим ощущениям так это было. Вот. Едем, продолжаем движение. Надо было перестроиться, встроиться в соседний ряд, чтобы не тормозить. Я этого не сделал. Поэтому толкаемся за грузовиком вот затем. Нужно, наверное, перестроиться в соседний ряд. Что-то все перестраиваются. Давайте мы тоже перестроимся. И мы перестроимся тоже в соседний ряд. Так, может быть, будет полегче. Вот, впереди вот это вот интересное здание. Как вот это, я не знаю, как-то эти башни называются. Их, что ли, штук 7 в Москве. Может, больше, может, 17. Какое-то, в общем, ограниченное количество этих башен. Вот. Они немножко схожи. Одна из башен – это МГУ здание. Я не очень разбираюсь в архитектуре. Если бы с нами сейчас Ярослава ехала, она бы, наверное, сейчас быстренько. Вот такую, Паша, я собирался машину сначала покупать. Палисад.
Я хотел палисад, но палисад стоит, блин, стоит 6 миллионов. Но вообще я палисад хочу. Вот он едет, мам, посмотри. Я вижу. Мам, ты видишь? Вижу. Вот палисад хочется. Вот палисад мне прям еще больше нравится. Ой, в палисаде задние сиденья королевские, в общем, такие, знаешь, как капитанские их называют. То есть ты сидишь этим на этом заднем сиденье, их, во-первых, всего лишь два сзади. Ну, там есть, правда, еще ряд сидений, кажется, сзади, третий ряд. А вообще этих капитанских там два всего. То есть они шикарные, у них вот так вот ноги поднимаются, вот ты сидишь так. Я один раз в такси мы попали в такое заднее сиденье, и ты сидишь такой прям как вип персона. Вот. Только мы не на палисаде ехали, мы на какой-то японской ехали. Помните, на вокзал там же по отдельности ехали. Каждый, да, по отдельности? Ну, клевая тачка, вот она. Ну, не знаю, на какой машине мы ехали, очень помню. Помнишь, с Краснодара Паш, когда уезжали? Да, помню. Вот, и с Сашей сидели отдельно, каждый на сиденье. Такси вызвали. Такой. Вот, Паш, еще раз, сними палисад. То есть следующую машину я бы взял, конечно, может быть, вот такую. Но корейцы сейчас завышают цену дико. Это Hyundai? Hyundai Palisade, да. Шикарная тачка. Че? Пропустили опять что-то? А? Не, она про ту, походу, говорит. Про которую ты МГУ говорил. Ой, блин, какой плохой люк. Свалился в люк. Вот, снимаем здесь активно, проезжаем интересную архитектуру Москвы. Пап, смотри, какая китайка спереди едет. Это не на бензине машина ездит. Как она? Лейсан называется. Машина, кажется. Сейчас будем заезжать в туннель, Паша. Снимаешь туннель? Да. Давай. Это, походу, не туннель. Ну, маленький мостик. Вот. А это Арбат, кстати, если я не ошибаюсь. Ой, вот это вот красота. Здесь особенно ночью, когда проезжаешь, здесь так красиво. Еще одна башня. Здесь все подсвечивается, все горит. Так клево. Так. Мне уже руки устали снимать. Ну что ж поделаешь, Пашуля. Снимай, такая уж твоя участь. Двумя руками держи. Какие-то места интересные снимай, какие-то неинтересные. Вот это здание сними. Снял, да? Я уже давно его снял. Вот это вот архитектура постсоветского, да, или советского, как правильно говорить? Постсоветская или советская, как правильно говорить? Постсоветская. Нет, это, наверное, советского времени архитектура. Что ехать нам 30 минут еще? Или не 30? Или у нас вообще навигатор потерял нас? Я не понимаю. Может быть, он вообще сбился с маршрута. Почему он, кстати, не говорит? Походу сбился. Так, а можешь звук выключить на радио? Там паузу нужно нажать. Нажми-ка паузу в телефоне. Навигатор забился, конечно же. В общем, ехали-ехали, заболтались, кажется, мы проехали свой. Может, не проехали, не знаю. В общем, вы снимаете, я буду следить за дорогой и навигатором. А то...
поболтать, конечно, хорошо. Через 200 метров проезжает. Еще один. Вау. Что ли? Снимаю, снимаю, конечно. Видишь, пока нечего снимать. Проезжаем мостик. Скорика. Вот такая красивая наша стена. Снимаешь, да? Снимаю, снимаю. Сколково. Взгляните. О, да. О. Красота. Маршрут построен. Чё такое Ниту несишь? Чего? Чё такое Ниту несишь? Там на здании написано. Не знаю, институт, наверное. Я думаю.